Областной департамент здравоохранения по ситуации с ковидом не так оптимистичен. Переход в желтую зону карантина был прогнозируемый. Но расслабляться пока рано. В области ожидают значительный прирост инфицирования после майских праздников. Але все ж таки завантаженість ліжка 64%, тому що якби пацієнти себе дуже запускають і вже пізно звертаються до лікарів, тому в важкому стані і більш довше у нас знаходиться на ліжках. Вакцинальная кампания проходит умеренными темпами. Все потому, что медики на момент получения вакцины уже переболели COVID-19 и получили природный иммунитет. Или болели на момент доставки вакцины. Организовано 17 мобильных бригад. В том числе каждая мобильная, 9 мобильных бригад для Covishield, 2 мобильные бригады для Коронавака и 2 мобильные бригады для Pfizer. Вы помните о том, что на прошлой неделе у нас зашла вакцина Pfizer, да, Камерати? Мы за неделю провакцинировали и использовали все количество доз, которые нам привезли на 5 дней. Это 1170 доз. Работники социальной сферы, которые находятся в домах, интернатах и отделениях интернатных, в том числе проживающих в этих интернатах, полностью, согласно графика, желающие провакцинировались. Напомним, в начале апреля в Одесскую область прибыла американская вакцина Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Еще одну партию отправили в регион 23 апреля.